гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси. Если только можно, Алла, отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. В сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени, утром мудренее, но и утром все не так. Нет того веселья, или куришь на дождя, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, да еще много-много раз. Я был здоров, здоров как бык, здоров как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь бывало и поешь, общаешься с людьми. Вдруг крик на стол его, под нож наделся, черт возьми. Не огорчайтесь, милый друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и создатель болен был, когда наш мир творил. Вы огорчаться не должны. Для вас покой болезней. Ведь вся история страны — история болезни. Утро вечера мудренее, да? Но ведь и в вечере что-то есть. Бедная Россия, что с нею будет утром? Нас загоняют спать, гасят свет везде, а в темноте находиться страшно. Вот и идешь и спишь. Как все-таки хорошо, что есть коридоры. По ним гуляют и туалеты. В них, в них курят, только там дурно. Да нет, просто там постоянно эти психи. Эти проклятые психи откроют форточки и сквозят. А я не могу спать. Ну нельзя спать, когда в мире столько безумия их. И храпят. Боже, как они храпят! И в унисон, и на голоса, и в терцию, и в кварту, и в чертов ступе. Они храпят. А я сижу в туалете. И пишу. Нет, все-таки хорошо, что есть туалеты. Хоть там и сквозняки. Они храпят, потому что безумные. А все безумные или храпят, или хрипят, или еще какие звуки, словно вымаливают что-то у Господа Бога или у главврача. А
сказать ничего не могут, потому что не положено. Кем не положено? Неизвестно. Но такой закон, и персонал на страже. В 22:00 отбой, и нельзя разговаривать. Как только заговорил, то тебе сразу же... Вон из Москвы сюда ты больше не ездок. Кому охота-то в такую дислякоть? Да еще в больничной одежде вон из Москвы. Вот и не разговаривают. Их ребят, мол, Господи, сохрани и спаси нас грешных. И ты, главврач, сохрани душу нашу в целости. Ведь душа, это же жилище Бога. Внестилище, какое-то к черту жилье. Если все оно провонялось лекарством, безумием и еще всем тем, что этими лекарствами из нас выгоняют. Доктор, я не могу спать! Ведь вы приказали. Вы мне лекарства такое, эти самые, чтобы я лучше спал. А от них бывает импотенция. Бывает. Мне один алкоголик рассказывал, уже он-то понимает. Ты и с вами в конце концов читал в медсправочнике. Доктор, ну отпусти, ну что я сделал тебе такого хорошего, что тебе жаль со мной расстаться? Я ведь и без голоса, и петь не умею, и сколот я весь иглами и сомнениями. А, ну отпусти. Ну прошу, как о последней милости, ну нельзя мне остаться импотентом. Меня ж теща из дома выгонит, и жена забьет до смерти. А? Ну хорошо, но только в последний раз. Доктор, почему опять туда, почему не в руку? Это же свинство! А сестры, они же милосердия, а не свинство! Боги-боги! Зачем вы живете? На Олимпе. Черт вас дери в прямом смысле этого слова. Все ниже исписанное мною не подлежит ничему и не принадлежит никому. Это так. Вот только интересно, бред ли это? Сумасшедшего или записки сумасшедшего, и вообще имеет ли все это отношение к сумасшествию? Час зачатия я помню не точно, значит память моя однобока, но зачатие я была ночью порочена. И явился на свет не до срока. И я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев, это ж не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, свидетели, что плюнули, додумали, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные, приливы этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот же ваши братья, моя честна компания. Ходу у мушки резвые, ходу, слово строченьки милые, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на Первой Мещанской в конце. За стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная на 48 комнаток. Всего одна уборная, там на зуб зуб не попадал. Не грела телогречка, там я доподлинно узнал, о чем она, одичка. Иностранцев.
Нет, нельзя сказать, чтобы они вовсе не любили своих соотечественников. Напротив, еще и как любили. Вот только было это давно. В то давно, которое намертво связано с послевоенными дворами, подворотнями, с их плотною романтикой, с отцами, погибшими на фронте, и с братьями в далеких от столицы лагерях. А после подъезда старого полуразрушенного дома ребят малолетки или чуть постарше, раскрыв рты, слушали, как один из них, ударяя по струнам шаховской семиструнки, пел. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. И я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал. Еще бы ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Ты именован, он теперь, стало все по новой там. Верь, не верь, и все же где б ты ни был, и где ты не придешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. И еще бы ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет? Одна из девочек, Тамара, которая тогда и впрямь была еще совсем девочкой, любила уже взрослого и рослого парня с двумя золотыми зубами фантазера и уголовника Николая. По кличке Коллега. Его так прозвали, потому должно быть, что с ним всегда удобно и надежно было иметь любые дела. Еще в детстве и отрочестве Николай гонял голубей по крышам, подворовывал и был удачлив. Потому что ведь голуби — это дело опасное, требует смекалки и твердости, особенно когда подснимаешь их в соседних дворах, потом везешь продать на конку с Ленькой, с Сапелей. Ну, в смысле, от слова «сопли». Ну, кличка такая. Сапеля. Компаньон и одноделец, кретин и бездельник. Гундосит, водку уже пьет. Ну, словом, тот еще напарник. Но у него брат на калибре работает. И брат этот сделал для Леньки финку с наборной ручкой. А лезвие из закаленной стали. И Ленька ее везде с собой возит. Вот с ним-то и ездил Колька Коллега на гонку продавать подснятых голубей. А на Перовском на базаре шум и тарарам. Продается все, что надо там, барахло и хлам. Бабы тряпки и корзины толпами народ. Бабы тряпки и корзины заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. На конке уже шастают подлые оборванных голубятников и выискивают своих голубей-добитчиков. И кто знает, может быть, у них братья на калибре работают. А годочкам всем еще до 16, так что больших строков не боятся. А на жены сидя, нож по нервам скребет, могут и пырнуть по зоопарке да в горячке. Вот тут-то и проявлял Колька невиданное чутье и сметалку. Ну, чуял он, если хозяева ворованных голубей, и тогда рвал от ворота рубаху, пускал пену изо рта и кричал: «Да нате, волки позорные, всех берите!» И совал обежавшим врагам своих голубей. Так еще успевал вставить, обиженно хмыкая: «Да мы сами то, что взяли у Журика с Малюшинки по 120. Мало был Колька, а уже хитер и находчив. Называл он имя известного врагам его голубятника, который к тому же еще и жил неподалеку с обворованными. Ну ты, Колька, даешь!
Удивлялся Сапеля, когда удавалось вырваться, потому что вся ватага устремлялась на поиски того самого Шурика и, возможно, найдя его, била нещадно. Где ты, падла, так наплотыкался? Я уж этому рыжему чуть было не врезал, а тут ты как заорешь. Ну ты какой артист. Вырос только во дворе, жил во дворе, во дворе и влюбился. Было тогда ему уже 25. Водились у него деньжата, играл он на гитаре и пел такие жутко переживательные, такие блатные-приблатные песни. У меня гитара есть, раступили стены, а лев свободы не видать из-за злой породы. Обережьте горло мне, обережьте вены, только не порвите серебряный. Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою, и если Нинка не капризная, распоряжусь своей жизнью я. Постой, чудак, она ж наводчица, зачем да так уж очень хочется? Постой, чудак, у нас компания, пойдем в кабак, зальем желания. Весна еще в начале, и еще не загуляли, а уж душа рвалась из груди. И вдруг приходят двое с конвоем, с конвоем, оденься, говорят, ты ходи. И я так тогда просил у старшины, не увозите меня, известны. Там мая пропотели, все разголоть хотели, но нади вам, темню я 40 дней. И вдруг как нож мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня главней. С меня невеста отрыдает честно, с меня ребята отдадут долги, с меня другие отпоют все песни, и, быть может, выпьют за меня враги, за меня друг. Курил Колька? Что-то такое пахучее. Папироску возьмет, помнет в пальцах, табачок на ладошку выспит, там его с чем-то перемешает, и обратно папироску потом затягивается. Глубоко. Как дышит. Он и до марки давал затянуться. Он и вина ей подливал по чуть-чуть. Он и соблазнил ее как-то случайно, но соблазнив не бросил, как положено, а просто пошел под суд за какую-то там неудавшуюся кражу. Тамарка по нем не рыдала. Да и разговор между ними вышел примерно такой. Ты это... Ты меня не жди. Не на фронт иду. А я и не собиралась. Вот и хорошо, что не собирался. Вообще, ты еще пигалица, и школу тебе кончать надо. А я вот как раз и собиралась. Потом была пауза, во время которой тоже ничего особенного. А потом конвой повел Николая коллегу в зал суда. Вершить над ним правосудие. А кто меня там встретит? А как меня обнимут? И какие песни? Эти и другие истории вспоминались и мелькали в глазах его, когда лежал он в старом, еще не переоборудованном лагере под Карагандой. Эти и другие, но чаще всего вспоминалось ему красивое Тамаркино лицо, до чего ему хотелось разузнать, да расспросить про бывшую свою подругу. Там, под Карагандою, где добывал он с бригадой уголь для страны, выжатой и вымученной дневной работой, разругавшись с товарищами
поговорив просто, должен был бы он засыпать мертво. Но сон не шел. Он и в уме считал чуть ли не до тысячи и пытался думать о чем-то приятном. И всегда вспоминались ему и двор его, и детство, голубятника Кольки, коллеги, ну и Ленька Сапеля, у которого брат на калибре работает. Я ушел от пеленок и сосок, поживал не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, так что же мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим, да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой вали штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, что дождались, не дождавшиеся отревелись. Стал ведро рыть отец и Витькин с Генкой, мы спросили зачем, а он в ответ, мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Ну, отцов свою мы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы вполне самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковище вели до кровянки, а в подвалах и в полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Ну не досталось им даже бабуле, время слухи живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие от никотина черные, паркоявки легкие, трехцветные, наборные, вели дела обменные. Сопливые острожники на стройке, немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли фантики в приседок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им сказалось подручней